Всем привет, дорогие мои друзья! У меня сегодня день шопинга. И вот такую штучку я купил, торговой марки Доктор Робик, я читаю в левом верхнем углу. Это такая штукенция, порошочек для выгребных ям и септиков. Смотрите, я читаю вам. Специальной композиции полезных бактерий, ускоряющие естественно-биологические процессы. Вот этот слоган, который я только что прочитал, предложение как будто взято из рекламы йогуртов. Далее читаем. Эффективно разлагает органику, фекалии, жиры, бумагу. Вот как называются фекалии. Это очень по-интеллигентному. Уничтожает неприятные запахи разложения органики, не содержит химических веществ, экологически чистый продукт, безопасен для людей, животных и растений, бла-бла-бла. Не то, 75 грамм, одна упаковка, рассчитана на 30-40 дней для резервуара 1500 литров. Ну, у меня, господи, меня всего здесь обольют сейчас, но не суть. Я стою около машины, у нас идет дождь, лето окончилось, не успев толком начавшись. Ну, что поделать. Так, универсальное решение для выгребных ям и септиков. Ну, я буду использовать в качестве септика для выгребной ямы. Содержимое пакетика разбавить на ведро воды и залить в выгребную яму. Вот такая штучка. Хочу и воспользоваться, потому что есть, да, выгребная яма, конечно. Она, к сожалению, не озонирует кислородом, либо запахом роз. Поэтому надо как-то с ней бороться, с этой выгребной ямой, с ее последствиями, где плавают фекалии. И с этим нужно что-то делать. И, конечно, многие поморщатся от слова фекалии, выгребная яма. Но у многих на дачах, сами понимаем, стоят простые деревянные будки, где выкопана яма, бетонная или железная бочка. И там плавают, да. И надо как-то с этим бороться. Раньше как боролись? Раньше посыпали хлоркой. Вот я тоже искал хлорочку, думал, приобрету, посыплю. Но хлорка такая вещь, не знаю, не очень, наверное, полезная для окружающей нас действительности. Я как-то пробовал, даже покупал доместос и заливал. Там такая метр... полтора на полтора у нас такая яма. И то тоже бесполезно. Поэтому я сейчас эту штуку приобрел. 110 рублей. Думаю, может быть, от нее будет какой-то толк. Обязательно, если будет толк, я... Снимать, конечно, видео не буду, так как оно шокирует неокрепшие души подростков, где вот эта выгребная яма, и там плавают фекалии. Поэтому я напишу под этим видео, через определенный промежуток времени, в описании под данным роликом, последствия использования данного средства. Вот такие вот, друзья мои, дела. Держим связь. Давайте, всем привет!